Мечты, которые сбываются. В Мариэл в преддверии Нового года воспитанники Волжского социально-реабилитационного центра получили подарки. Теперь у ребят есть большой телевизор, аудиосистема, микрофоны, а самое главное – вера в чудо. Новый год – это время волшебства. В канун самого сказочного праздника во всех регионах России запускаются благотворительные акции. Мариэл не стала исключением. Министр социального развития республики от имени главы региона вручила подарки воспитанникам Волжского социально-реабилитационного центра. Каждый год такая акция проходит. Мы уже, детки уже с начала декабря начинают придумывать, загадывать свои желания, писать Дедушке Морозу. Вот, конечно же, мы подключаемся и пытаемся сделать все, чтобы их все желания, все их мечты исполнились. Конечно, это самое приятное, когда ты включен в этот процесс, наблюдаешь за этим. Потому что, говорит, это не такие неподдельные абсолютные эмоции детские, это счастье, радость. Конечно же, для них, ну, вот, что еще может быть приятнее, почему взрослые так включились в эту историю, потому что, конечно же, мы все были детьми и знаем, как это приятно получать подарки на Новый год. На сегодняшний день в центре 18 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В преддверии праздника мальчики и девочки, как никто другой, ждут чуда. И они его дождались. Дед Мороз исполнил все новогодние желания ребят. Наши детки, они же особенные, и поэтому, когда им оказывается такое вот внимание и такая чуткость, я считаю, что они от этого становятся еще счастливее, потому что, когда им дарят подарки, ведь дарится вместе с этим такое внимание, тепло души человека, который непосредственно делает этот подарок. Дети, конечно, очень счастливы. Также воспитанники получили музыкальную технику и микрофоны. Теперь они смогут проводить большие концерты и праздники. Петь, танцевать, читать стихи дети любят и даже устроили для гостей праздничный концерт. Мне сначала было очень волнительно выступать, но я взяла себя в руки и справилась с поставленной задачей. Мои желания все исполнились, и теперь можно поверить в чудо. Министерство социального развития Мариэл напоминает, что любой желающий может исполнить желания маленьких жителей республики. В торговых центрах Йошкар-Олы уже размещены новогодние елки. Достаточно взять открытку и осуществить мечту ребенка. Подробности акции на сайте елкажеланий.рф.